Нет, дело в том, что мое глубокое убеждение, что сейчас планета Земля переживает кризис. Вообще все абсолютно. Звери, рыбы, Европа, Америка, Австралия, не знаю. Просто пришел на планету кризис. Вот, с чем-то связано это, наверное, лучше, наверное, скажут ученые или какие-то социологи, там, я не знаю, политологи и так далее. Вот, и каждый разбирается, то есть решает проблему, это как кризис среднего возраста, решает проблему, что я сделал, кто я, зачем я, или как у Александра Грина, мальчик я или мужчина. Другое дело, ведь и еще и лишним подтверждением, пусть легкомысленный, но все же факт, это вот это недавнее наше Евровидение, когда вдруг, я не припомню, чтобы Европа так неистово голосовала за Россию, этого не было никогда. Я такое время от времени смотрю и присутствую там по роду профессии. Вот. Тоже совершенно необъяснимая история. Не то они хотели нас вогнать в долги, чтобы у нас было Евровидение, да плюс еще чемпионат мира по футболу и так далее. Не то это совершенно какая-то такая вот, какие-то такие метания непонятные. Они сами не могут понять вообще, кто они и кто мы друг другу. Поэтому здесь опять-таки знак вопроса я ставлю.